взять паузу, потому что у меня есть очень небольшой, хороший долг в этой передаче, потому что вот мой звукорежиссер Аркадий, он как-то я картину делал, а его не взял. А мы с ним до этого делали. И, ну и знаете, со звукорежиссером и с оператором, в общем-то, тоже вернемся к аналогии, как женщины бывают. Есть основания для обид и так далее. Но это такие отношения семейные, да, в самом хорошем смысле слова. И такие дружеские. И вот прошло время, я сделал с другим прекрасным звукорежиссером картину, очень хорошо у нас получилось. Но спустя время я к нему вернулся. И он, и мы выпили немного. Вот. И он меня простил, понял, и мы сделали с ним эту картину. Следующую. И цена того, что мы друг друга простили, а была непонятка длящаяся год. И у каждого есть, наверное, такие непонятки. Я так понял, можно употреблять такие слова по вашей дискуссии, такие менее литературные. Так вот, и плоды прощения и принятия слабости какой-то, или даже это не была не слабость, мне хотелось поработать с другим человеком и так далее, они всегда огромные. Огромные и бесконечные. А плоды... как бы победы над кем-то, что кто-то признает, что ты круче или сдастся, или ты понимаешь, они не очень мощные, слабые. И в этом смысле я вам хотел сказать, он мне сказал, ты про всех говоришь, там, про продюсеров, актеров, про звукорежиссеров никто не говорит. В мире много несправедливости. Может быть, это не в тему, а мне кажется, мне захотелось именно так ответить на то, что я здесь услышал. Что я хотел сказать, что зовут его Аркадий Носков, он очень классный парень, очень красивый человек и мужчина, у него есть Facebook наверняка. И он делал эту картину год. Год длился постпродакшн, мужественно, спокойно и всегда меня выручая. Вот. И в этом смысле мне кажется, что при этом на нашем фильме это одна из 150 историй принятия и понимания. Что когда мы собрались со съемочной группой, я сказал, мы все очень разные. Павел, я пытаюсь найти его на Facebook еще раз, пожалуйста, имя, да. Фамилию. Аркадий Носков, звукорежиссер. Прекрасный звукорежиссер и человек. Так вот, я хотел сказать, что когда собрались, была речь такая у меня, типа, как будем снимать кино? Ну, все знали меня как там какого-то режиссера, кто раскадровывает, все контролирует и так далее. Я сказал, что вы не поверите, но сейчас все будет по-другому. Мы снимаем без раскадровок, у нас не будет тележек, света, у нас не будет ничего из этого. У нас будут камеры, у нас будет звук, мы сможем снимать историю. Но давайте постараемся остаться такими же разными. Пусть наши конфликты останутся неразрешимыми. Мы не сумеем это сделать в рамках проекта, даже жизни. Но давайте эта цель, история красивая, хорошая история, пусть она нас объединит на время, и посмотрим, что получится. И вот это объединение на время, когда мы остаемся разными, абсолютно разными и непримиримыми врагами, это и есть единственный шанс. Потому что в споре нам не разрешить наших конфликтов. Я не видел ваше кино, но я сейчас понимаю, и что это хрень, кино абсолютно это хрень, так как я могу сказать вот это слово, потому что, исходя из того, что я здесь слышал, эта хрень работает. И весь буддизм только про эту хрень. Потому что если у тебя есть причины простить, если у тебя есть причины любовь, Павел, это не прощение и не любовь. Я понял, про какую хрень буддизм, что надо обязательно выпить вместе. Не понятно. Нет, мы сейчас не будем пропагандировать алкоголь, но я сейчас постараюсь... Ну, в общем... взять у Яны обещание, что мне тут кивнули, я что-то сказал. Чашечку кофе сейчас. Да вообще не вопрос. Я очень люблю и, кофе. Я приглашу туда Марка. И, да, и мы сейчас выпьем кофе и постараемся без я этого думаю, надрыва. Без этого надрыва. Нет, вот ты не уже приглашен. Мы будем искать, мы найдем Аркадия Носкова на Фейсбуке. Мы ему напишем все, что надо. Я об этом в своем Фейсбуке напишу. И мне кажется, знает, что существует такой огромное вам спасибо за кино, которое никто я не видел. Не помнит и огромное никогда. Вам спасибо за это резюме.